революционер в создании нового стиля русской религиозной живописи. Так современники описывали талант Виктора Васнецова. Произведения одного из самых значимых христианских художников России впервые за 10 лет выставляются в Музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Подробнее в сюжете моих коллег. 70 произведений, в числе которых 10 живописных работ, а остальное – книжная графика. Талант Виктора Васнецова предстает в его работах в стенах Музея истории и религии. Помимо изображений кисти мастера, здесь же творчество его учеников и последователей. Но в первую очередь сюда идут за встречи с искусством Виктора Васнецова и Михаила Нестерова. Эти полотна не выставлялись 10 лет. И вот к юбилею одного из самых известных русских художников их достали из фондов. Мы показываем 4 огромных полотна, выполненные Васнецовым, для того, чтобы их впоследствии переводили в мозаику для храма Георгиевского собора в Гусе-Хрустальном. Гусе-Хрустальном тогда, когда создавались эти вещи, а Васнецов их делал в начале 20 века, с 900 по 906-07 год, это было маленькое поселение, в общем-то, рабочее поселение, там 10 тысяч человек. И вот огромные 5-метровые полотна предназначены для этого собора. То есть это вот тот уровень меценатства, который существовал в России в то время. Произведения Васнецова пользовались популярностью при его жизни, что подтверждается огромным количеством последователей и подражателей. Самые востребованные сюжеты многократно воспроизводились в разном виде, вплоть до образцов декоративно-прикладного творчества. Широкому кругу имя Васнецова известно в первую очередь благодаря картинам на темы русских народных сказок и былинного эпоса. В то же время нельзя отрицать, что в историю русского изобразительного искусства он вошел в первую очередь как христианский художник. Он не декоративно отражает христианскую тему, а входит в нее и дышит ею, и поэтому создает живой мир. И удивительно, в этом мире, созданном Васнецовым, сильная эмоциональность, эмоциональное воздействие на зрителя. Здесь есть и классический академизм, академический реализм, здесь есть модерн, несомненно. Здесь есть сюжетика византийской иконописи. Здесь есть русские иконописные традиции. И создать единый мир из этих разнообразных тенденций, мне кажется, удалось исключительно Васнецову. Один из впечатляющих экспонатов выставки – деревянный крест распятия. Это последняя работа живописца, которую Васнецов закончил буквально за несколько дней до своей смерти. Работа выставки продолжится до середины марта.